Постоять у Свято-Троицкого кафедрального собора, пройтись по улицам старого города и вмиг перенестись на производственную площадку предприятия по выпуску минеральных удобрений. Это возможно, если вы на выставке картин «50 лет с любовью к земле», посвященной полувековому юбилею балаковского филиала АО «Апатит». Она открылась в городском выставочном зале на этой неделе и в очередной раз впечатлила разнообразием красок и форм. Художники Балакова, Саратова и Вольска почти полгода создавали индустриальные и городские пейзажи. За вдохновение отвечали организаторы музейной центр предприятия. Мы предложили художникам различные темы, сделали экскурсии и по городу Балакова, и на призводские объекты, а уже выбор, что именно отобразить, художники выбирали сами. На этих полотнах объекты, которым компания «Фосагро» уделяет особое внимание. Парки и скверы, благоустроенные на средства химиков, школа, над которой шефствует предприятие, отреставрированные храмы. Художник Сергей Алтухов изобразил Свято-Троицкий кафедральный собор, который считается духовным центром его родного Вольска и который преобразился при поддержки химиков. В этом году, благодаря «Фосагро», в нашем храме по приглашению настоятеля приехали художники-профессионалы и воссоздали роспись храма. Для меня была такая приятная неожиданность, потому что вот я до этого не знал, что благотворительность такая состоялась. Так что вот мы благодарим эту компанию, которая, в общем-то, нас и вот сегодня здесь собрала. На выставке представлено более 70 картин, и почти половина из них – работы художников из Саратова. Мастера удивились, что практически в каждом уголке Балаковского района можно найти объекты, которые имеют отношение к компании «Фосагро», будь то уличные фонари, тротуары, детские и спортивные площадки в селах и городе. Производственная площадка вдохновила не меньше. Полина Ели так погрузилась в сюжет старой фотографии завода, что создала диптих, соединив прошлое и настоящее балаковского филиала АО «Апатит». Приглушенная цветовая гамма на первой работе, да, как бы такой вот отсыл к выцветшей фотографии, немножко пожелтевшей. И заканчивая уже современным новым днем, где уже завод, я бы даже сказала, как космический современный корабль, где все блестит, сверкает, и как раз лучи солнца здесь вот олицетворение нового дня. Новые достижения, новые какие-то задачи, решения, новые победы и успехи. Выставка «50 лет с любовью к земле» – это еще и история человеческого труда, физического и интеллектуального, на благо продовольственной безопасности. Поэтому в натюрмортах столы ломятся от обилия овощей, а в пейзажах колосится золотая пшеница, наливаются силой початки кукурузы и ярко-желтый подсолнечник. Глаз радуется, а рука тянется проверить, не настоящие ли. Яркие, хорошие цвета. Жизнерадостность придают. Вот знаете, смотришь и как-то радуешься. Это уже четвертый пленэр, который балаковский филиал АО «Апатит» проводит для художников. И каждый раз результат их труда можно увидеть в городском выставочном зале, который, кстати, тоже отремонтирован при поддержке компании «Фосагро». У нас у всех есть уникальная возможность культурно развиваться. И вот те картины, которые сегодня представлены, они все разные. Они имеют разную технику изготовления, но они все до того интересные и глубокие, что каждый, изучая эти картины, может пофантазировать, поразмышлять, узнать что-то новое и интересное. И это еще одно доказательство тому, какой вклад вносит балаковский филиал акционерного общества «Апатит» компании «Фосагро» именно в культурное развитие нашего города. Выставка продлится до 22 января. Посетить ее могут все желающие. Вход бесплатный.